Нападающий Интера Мауро Икардини попадет в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018. Форвард не получил вызов в сборную на последние товарищеские матчи, на Кубке мира Икарди тоже в команде не будет. Он так и не смог приспособиться к философии клана Месси, сообщает Косио Меркато. Икарди забил 24 мяча в серии А 2017-18. Считается, что началом конфликта стало то, что Маура увел жену бывшего форварда сборной Аргентины Макси Лопеса. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.